Автор проекта «Сдай педофила» и помощник уполномоченного по правам человека, по правам ребенка Анна Левченко обратилась к исполняющему обязанности прокурора Крыма Наталье Поклонской. Речь идет о проверке фактов преступлений, которые мог совершить на территории республики лидер радикальной партии и кандидат в президенты Украины Олег Ляшко. В июле прошлого года депутат пытался вывести в Турцию двух воспитанников ялтинского интерната 12 и 14 лет. По версии парламентария, якобы для того, чтобы поправить их здоровье. Тогда от ареста Ляшко спасла только депутатская неприкосновенность. До возбуждения уголовного дела так и не дошло. Что можно сделать для того, чтобы расследование было продолжено? Об этом поговорим с координатором проекта «Сдай педофила» Анной Левченко. Анна у нас в студии. Здравствуйте. Здравствуйте, Евгений. В чем суть вашего обращения к прокурору? Ну, суть обращения простая. Мы хотим добиться того, чтобы материалы, которые были собраны правоохранительными органами еще Украины на Ляшко, которые есть в ГУВД Крыма, были подняты, было проведено расследование тщательное уже правоохранительными органами Российской Федерации. И наши правоохранительные органы, несмотря на политические разногласия, которые у нас есть с Украиной, убедили все-таки украинские власти, пусть нелегитимные, в том, что необходимо все-таки педофилов привлекать к уголовной ответственности. И уж тем более нельзя допускать таких людей к руководству государством. Дело в том, что когда мы занимались выявлением педофилов еще 2 года назад, мы сталкивались с тем, что российские педофилы, организованные преступные группы, очень часто ездили в Крым, и именно в детских лагерях, в детских домах, где в том числе отдыхали и российские дети, которые очень часто ездили в Крым, совершались преступления такого характера. И практически 80% из них не были расследованы. Это связано как раз с тем, что еще с 2009 года на Украине пошла такая тенденция педофилов власть придержащих. Всегда закон покрывал, всегда они уходили от ответственности. Вспомним скандал в Артеке в 2009 году, когда известные люди из блока Юлии Тимошенко попали под тоже педофильскую опалу, и ответственности из них не понес никто. Уголовные дела, конечно, были возбуждены, но на данный момент этот скандал замет. Насколько я понимаю, материалы остались конечно, в Крымской прокуратуре. Естественно, нет, материалы остались не в Крымской прокуратуре, а в ГУВД Крыма. Но мы обратились к прокурору Крыма, как к вновь созданной прокуратуре Российской Федерации Республики Крым, чтобы Наталья Поклонская, как профессионал, специалист, которому генеральный прокурор Юрий Чайка доверил столь сложный регион, разобралась в этой ситуации. С привлечением, конечно, и вновь созданного Следственного комитета на территории Республики Крым, потому что ситуация там чудовищная, она не решилась. Явно, буквально переименованием правоохранительных органов из украинских в российские, эта проблема на Украине постоянно в поле зрения, постоянно во внимание наши попадают украинские педофилы. Сервера практически всех российских педофильских сайтов русскоязычных находятся на Украине. И вот этот этим вот, никто не занимается. Этим никто не занимается. И вот этот остров Крым, который сейчас, слава богу, стал нашей территорией, необходимо сейчас зачистить от педофилов, потому что летом туда поедут дети. Что касается Ляшко, необходимо инициировать проверку. А какими фактами вы располагаете? Это вот единственное дело, да, с двумя мальчиками 12-14 лет? Вы знаете, фактами мы располагаем только касаемо вот этого дела, поскольку это официальная информация ГУВД. В том числе на телеканале «Россия». Я, насколько буквально понимаю, чтобы мы поняли, дело было открыто, но не расследовано из-за того, что лишь депутаты не прикосновились. Да, оно не дошло до суда. Оно не дошло до суда. Как только оперативные службы собрали достаточное количество доказательств и вышли на, как я поняла, то ли прокуратуру, то ли другие правоохранительные органы Украины, честно говоря, не очень хорошо разбираюсь в их структурах, но было отказано возбуждение уголовного дела не по основанию, что недостаточно доказательств. Тот факт, что он пытался вывести этих детей за границу, дети из детского дома, естественно, никаких разрешений у него на это не было. Он зафиксирован. Он зафиксирован и таможней Украины, он зафиксирован и правоохранительными органами. И если ГУВД, тогда еще украинская по Республике Крым, заявила
о том, что именно по педофилии, по сексуальным действиям в отношении совершеннолетних на него был материал, то значит они располагают какими-то данными, о которых мы не знаем. Эти данные нужно проверить. Угу. Здесь возникает сложная юридическая коллизия, может быть, объясните, потому что Лешков все-таки иностранный гражданин, территория Крыма сейчас российская территория, но преступление, насколько понимаю, было совершено в то время, когда Крым был еще территорией Украины. Можем мы преследовать иностранца, который, собственно говоря, совершил в то время преступление? Есть такой момент. Необходимо понять, кто были жертвы этого человека, поскольку если вдруг выяснится, что среди пострадавших детей были граждане Украины, граждане России, то согласно международным договорам, жители Крыма, но сейчас уже там гражданство российское очень важно, потому что согласно нашему законодательству, если на территории иностранного государства было совершено преступление в отношении гражданина Российской Федерации, мы имеем полное право подключаться к расследованию этих уголовных дел. Лешков, прямо скажем, мягко скажем, очень эксцентричный политик, и вот он ратует сейчас за возвращение смертной казни, предлагает расстреливать тех, кто бунтует на Юго-Востоке. Что дальше после этого обращения? То есть это заявление об экстрадиции или обращение в Интерпол? Что последует дальше? Вы знаете, а мы выступаем за смертную казнь для педофилов. Тут как бы все нормально в этом плане. Касаемо того, что будет дальше, это зависит в первую очередь от правоохранительных органов. Лично от прокурора Крыма Натальи Поклонской. Насколько я знаю, ей уже сообщили о нашем обращении, и в ближайшее время мы ждем реакции. В первую очередь, до того, как требовать какой-то экстрадиции, пока для этого, конечно, нет никаких оснований, поскольку ни один человек не может быть привлечен к уголовной ответственности без приговора суда, нужно разобраться в этой ситуации, особенно на фоне того, что Лешко баллотируется в президенты Украины. Несмотря на то, что на Украине сейчас происходит кошмар и ужас, и политический переворот. Мы переживаем за граждан Украины, мы имеем с ними добрососедские отношения. Как говорится, разборки политиков простых граждан не всегда касаются. И там остались люди, которые хотят жить в стране, в которой безопасно жить и им, и их детям. Поэтому тут необходимо как-то, может быть, и с Украиной все-таки выстраивать в этом отношении какое-то все-таки взаимодействие, поскольку есть две разные вещи. Есть политика и политический кризис, а есть интересы детей. И интересы детей ни в каких политических конфликтах, ни в каких вот этих всех политических событиях не должны ущемляться ни в какой стране. Я думаю, это понимают все. Вы уже начали ту работу, о которой ранее говорили, по зачистке, так скажем, информационного пространства крымского от запрещенного контента, я имею в виду интернет-пространство, конечно. Да, мы начали эту работу. В первую очередь, вот Павел Астахов уже заявлял о том, что в ближайшее время в Крыму появится уполномоченный по правам ребенка по Республике Крым. Сейчас мы формируем в Крыму и наши команды. Точно так же мы уже связались и с журналистами из Симферополя, которые помогают нам в этой деятельности и рассказывают о горячей линии. Сейчас в этот переходный период, конечно, есть небольшие проблемы, связанные с тем, что еще что Крым не перешел с украинских номеров на российские, и звонить на нашу горячую линию для них пока платная услуга. Но в ближайшее время сотовые операторы этот вопрос решат. И, естественно, пока мы помогаем и в онлайн-режиме, не все люди пока имеет возможность звонить по телефону, но у нас работает сайт pedofilov.net, на котором человек может подать онлайн-обращение. И хочу обратиться к жителям Республики Крым, Симферополя, Ялты, в том числе, где были совершены преступления Олегом Лешко. В случае, если располагают какой-то информацией, если какие-то дети пострадали, они могут обращаться к нам, мы обязательно проверим эту информацию и свяжемся с правоохранительными органами. Спасибо вам большое, что пришли к нам в студию. Это была координатор проекта «СДАИ педофила» Анна Левченко. И она рассказала о продолжении расследования в отношении кандидата в президенты Украины Олега Лешко.